Всем акумайза, с вами Акуленок и мой друг Саша Королёв. Да, мы с ним в одной школе учимся, одноклассники. В общем, сейчас мы будем играть в Clash Royale, нашу любимую. И, кстати, друзья, и скоро у меня будет свой канал, он будет называться Александр Королёв. Так что заходите и подписывайтесь, и ставьте лайки. И когда он сделает свой канал, я буду его пиарить и оставлю ссылку на его канал. Чтобы вы заходили, ставьте лайки ему там. Ну и мне, конечно же. И вот сейчас вот такой вот декой, который я сперу одного пацана, пойдем играть. Да, также Саша, когда у него появится телефон, он тоже будет снимать Clash Royale. Ну и Майнкрафт. Ну, конечно. Майнкрафт. Я сказал. Так, у нашего пацана там Хог Райдер. Чё? Ну, карта новая. Да, и не задавайтесь, впрочем, почему Саша не знает. Потому что он как бы максимум до второй арены. Фаербол. Пух. Тух-тух. О, шар не дошел, круто. Зато он сделал тычку. О, а там это, там вообще капелька осталась. Сейчас добьем, кстати. Он какую-то магическую маленькую включил. Ох! Ой, блин, там пека, это плохо. Это плохо. Так, вот так. Где пека? Ох, ох! О, красава, то, что он кинул скелетиков. Сейчас просто минус... А, блин. Скелетики просто толпой, да? Да, сейчас просто минус вышки будет. Есть! Навались! Блин, он заморозил. А у меня на огненные духи есть. Салам! Это тоже новая карта. Не новая карта, просто на этой арене есть. Ой-ой, тихо-тихо-тихо, надо сейчас его оттолкнуть. Я его не оттолкнул, еще и фаербол промазал. Так, пацаны, что у тебя там есть? Ведьму, ведьму пускай. Ой, как... блин. Ведьму налегко убили. Наверное, это минус вышки. Да. Да. Нет, блин, нам все же сломали. Гигантик, блин, на скелете. А, скелетики! Блин. Вот у скелета вот это очень большой урон. После взрыва у него какие-то там... голубые, что размахивают руками. Это эти. И миньоны, вот. Блин, да он все дефает. Вот. Ой-ой-ой-ой, вот это очень плохо, вот это очень плохо. Так-то так, огненных духов. Нет, все, мы проиграли. Это изи слив. Да. Потому что у шара слишком большой урон. Сейчас мы еще раз пойдем, да? Так, ну отличная игра все же была. Также расскажи, Саня, то, что ты еще будешь снимать. Ну, я буду снимать еще раз упаковки. И вот. Ну и коллекции. Ну, круто, да, заходите на мой канал, как вам появится. Так, а мы начинаем снова играть. Так. Понял, понял. У меня вот так. Ух! Не-не-не-не-не-не. Фух. Бум. Ну, тут я даже, не знаю, колдунчик. Хотя нет, вышку уже не спасти. Ну, ща мы тогда им тоже вышку снесем. Да то он там оборзел, что ли? Не знаю, что кинуть. О, вот тут теперь скелетик подойдет. Фу, точнее, дракончик. Зелька! Ярость. Вот если он сейчас не кинет кого-то, что задефает, то мы сможем снести вышку. А, ну да, мы снесем вышку. Как он одефался? Это нереально было. Он пэку просто стал. О, сейчас мы, кстати, фаербол и колдуна должен убить. А, нет, вышку он не снес. А у этого пацана тоже был фаербол, мы снесли вышку. А у меня скелетик. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Наш пацан. И бау, просто ведьму. Ой, ой, ой. Ой, бочка, бочка, пункт. А-а-а, дракоха. Куда наши дракончики полетят?
Он просто... Две ведьмы или один дракончик? Или два дракончика? Нет, все же дракончики. А нет. Так нечестно, он еще дракона заспаунил. Так, ну... Блин. Не, это моя дефа. Колдуном. А вот на этом я тоже все продумала. Ох, хорошо, что я не туда кинула это ски... Ах ты... как? Зато мы задефали. Ничего сам себя. Там просто эти были, я решил, как бы. Почему бы и нет? О, нет, нас не шли в вышку. Дракончик, давай, помогай. Так. Кошечка. Не, мы тоже, наверное, сейчас сольем снова. Да, мой участник уже это вышел из игры. Психанул, наверное. Наверное, мне надо деку поменять. Это дека какая-то не очень. В смысле, дека? Ну, это какой колоды я играю. В общем, сейчас, ребят, мы снимем, сменим колоду, вот. А то эта колода какая-то не очень. Я, конечно, тоже с ней выиграл, но не так много, как вот с этой. Хотя нет. Моя дека... Во, вот моя дека, вот это я играю. Погнали снова в бой. Также сейчас, когда я сыграю вот эту игру, я дам своему другу Сане, и он попытается выиграть. Ну, конечно. Конечно. Так, что там у него есть? Заморозка, ракета, принц Хоггер. Так, что он кинет? Оу. Хоу. Ой, это хорошо. Оу. О, ну сейчас тогда мы этот задефаем. А вот Вайка это... отвлечется... А, башня какая. Пух! Все, мы легко задефались. Тут мне помогут скелетики. Это изи деф. А у него тоже зеркало. А вот это чем дефать, я пока не знаю. Вот только попробуй снеси на вышку. Я тебе сейчас несу. Серьезно, ты ракету тратишь на каких-то колебусик? А, ну это мы тоже сейчас задефаем. А вдруг он твой подписчик, и вот. Ну а вдруг он не мой подписчик, вот. Ну хотя да. Логично. Логично. Да логику. О, у него так мало хп. И это, кстати, мы тоже легко задефаем. Ой-ой-ой, там скид.